Привет, друзья! Ну что, второй день. Я все-таки вышел. Ух. Не выспался ни хрена, короче. Это во-первых. Потому что вчера видосиком занимался, пока то да сё, пока пришел, пока покушал, пока выложил, пока... Короче, 2 часа ночи только спать лег. А сегодня в 5 утра проснулся, чтобы быстрее закончить работу, чтобы убежать. Вот сейчас прибежал с работы, переоделся, пошел, короче, ну... Один фиг, время 2 часа дня. Так что особо пораньше не получилось. Но все равно. В общем, побегу. Не буду тормозить. Раньше начнем, раньше закончим. Почитал ваши комментарии. Спасибо. Блин, спасибо всем, кто пишет. Вообще классно, конечно. Всем, кто верит, кто не верит. Я сам не знаю, чем это закончится. Не знаю. Серьезно, не знаю. Ну... В общем, посмотрим. Посмотрим, чем это закончится. После вчерашнего... Я бы не сказал, что вообще прям очень-очень все сильно болит. Но чувствуется... Все равно чувствуется, что бегал вчера. Причем так чувствуется хорошо такая-то. Посмотрим, в общем, чем закончится сегодняшний день. Постараюсь его преодолеть. В общем, удачи мне и крепкого здоровья. Ну, в общем-то, все, GPS-ик найден. Я запускаю приложение. Раз, два, три. Ну и, в общем-то, все. Побежали. Ух. Тихонечко побежали, тихонечко. Пробежал 17 километров и весь мокрый, потный и вообще непонятно что. Ладно, вчера было 28, но я, блин, вчера потел, блин, не по-детски. Но сегодня, блин, все 30. Я уже, блин, все, я просто, у меня футболка мокрая, что? Мокрые трусы, даже кроссовки мокрые, даже красные носки мокрые. Вот, кстати, красные носки. Если б не красные носки, все, нафиг. Вот. Пробежал 17 километров. Блин. И пипец, блин, чё, не знаю. Недолго радовался, что могу. Тяжело очень. Жарко, короче, жарко. Не знаю, что сказать. Ползти буду дальше, вот и все. Потея. Не знаю. Короче, пошел дальше. Можно, кстати, улицу перейти. Километров передвигаюсь шагобегом, боюсь уже все время бежать, очень-очень жарко, чувствую, что накрывает конкретно, блин, такая жара сегодня, такая жара, блин, буду ползти, может, и не буду. Не знаю. Пока двигаюсь. Дайте нам дождя. Ладно, разберемся. Скамеечка. Присяду, посижу. И да.
дальше поползу. Неужели это конец? Блин, было бы хоть немножко... Хоть не так жарко-то, а? Чё за ужас-то вообще? Ну вот, а заканчивать я, видимо, буду сегодня на стадионе. Доползать. 37 километров позади. 5 самолетов разлетались, смотри, а? Видно? Летают тут самолеты, прям над стадионом шумят. 37 километров, в общем, позади. Сегодня я буду доползать, конечно, блин. Но если завтра будет такая жара, то я вам, ребята, ничего не обещаю. Жара, конечно, убивает. Это вообще... Я так понял, у меня сегодня что-то на типа солнечного удара было. Что, блин, не знаю, голова кружилась и... Ходить не ходилось, хотя ноги вроде и не болят, не знаю. В общем, по жаре очень тяжело. Вот. Но сейчас уже солнце, в принципе, село. И, ну, видимо, уже заканчивать буду в темноте. Ну, что, тренажку? Тренажку доползу как-нибудь. Друг ко мне подошел тут. Говорит, Егор, ешь. А я, спасибо, Егор ест. Видите, ест. Все. Сейчас Егор поест и будет доползать полтинник. Второй день я должен сделать. Вот, а дальше, не знаю. Если завтра будет такая жара, то ну его нафиг. Не знаю. Посмотрите там прогноз погоды. Что там в Перми завтра? Дождей не ожидается случайно? Нет? Ай, ужас. Ладно, еще немножко. Надо сделать уже. Надо победить этот день. Обязательно. Ребятки, все. Больше бегать не буду. Сегодня. Не хочу и не буду. Нахрен надо. Так. В общем, у меня получилось 50 километров. И сколько это? 490 метров. Да, вот. 50-490. Время 7.15. Охренительное время. О, это на дохрена больше, чем вчера. Блин, ну сегодня жара вот эта, которая дневная. Просто охренеть, просто. Голова кружилась. Не знаю. Чуть ли не падал. Вообще, по ночам что ли бегать? Хотя... трудности бояться. Ну, в общем, я сделал этот день. Он хотел сделать меня, а я сделал его. Отлично. Отдельное спасибо, друзья, всем, кто за меня, всем, кто пишет комментарии, плохие, хорошие, кто верит, кто не верит. Я все это читаю. Я не успеваю вам отвечать, честно, потому что сейчас вот я сейчас замонтирую, выложу, спать мне 3-4 часа, на работу, после работы опять бежать. Веселая неделька продолжается, блин, за счет завтрашнего дня я вам ничего не обещаю. Я могу завтра, я не знаю, если я завтра сойду, это уже нормально будет, потому что я уже сотку набегал за эту неделю, в принципе. Но я постараюсь завтра тоже не сдаться, но, блин, я не знаю, честно. Сегодня чуть не сдох по такой жаре. Ладно. Всем спасибо за внимание. Давай, дай 5. Приготовились? Отлично. Мы сделали этот день. Ура. Все, ладно. Я отдыхать, домой, спать. Завтра предстоит еще одно очередное крутое испытание. О, выжить бы в этой суматохе. Ладно. Ставим лайки, пишем комментарии обязательно. О, большое спасибо всем, кто мне помогает, всем, кто мне скидывает деньги. Я думаю, может быть, даже мы, ну, если нормально, наскидываем, отправим потом Егора куда-нибудь, в какое-нибудь хорошее место. Но, ребята, опять же, никто никому ничего не должен, все только добровольно. А так, всем спасибо всем, кто за меня. Все, всем счастливо, занимайтесь спортом, бегайте. Хотя бы немножко.
Пока, до завтра, друзья. Завтра будет новая серия. Продолжение следует.